приветствую вас на 10-м фестивале ВИН Южноафриканской Республики в Москве. Организаторами этого мероприятия выступили посольство ЮАР в России, Department of Trade and Industry и компания Wine Extreme. Фестиваль проходит 10-й год подряд. 10 лет назад мы с Георгием Безуматовым сели и подумали, что еще можно сделать нового и интересного для того, чтобы двигать южноафриканские вина в России. Георгий Безуматов работал в посольстве ЮАР в то время. Мы сидели, пили пиво в чешском заведении и подумали, что не устроили ли нам фестиваль южноафриканских вин. Я в то время жил в Южной Африке, эта тема была очень близка мне. Я был представителем ВОЗа, это Wines of South Africa. Вот. И поэтому все это было естественно. Начав с маленькой представительной группы в гостинице Courtyard by Marriott, вот за 10 лет мы выросли до таких масштабов. В принципе, мы не очень сильно растем, но каждый год интерес к фестивалю повышается. Компании, может быть, и не увеличиваются в количестве, но привозят все больше и больше вин. Очень много новинок появляется на рынке. Ну и мы пытаемся разнообразить, мы устраиваем разнообразные мастер-классы, показы мод, вот в этом году картины, музыка, то есть мы хотим, чтобы южноафриканские вина были в соответствующей обстановке и соответствующим южноафриканским колоритом. Но если говорить об успехах, может быть, то 2 года назад объем продаваемых вин, бутылированных в России, южноафриканских вин в России, вырос в 3 раза, с 2 миллионов до 6 миллионов литров. В чем, ну, мы надеемся, есть какая-то толика наших заслуг. Ну, а в целом стараемся, делаем, что можем, и желаем, чтобы вина Южной Африки все больше и больше были любимы россиянами. Очень интересная высылка, как всегда, хороший уровень вин. На каждом столе есть парочка вин очень хороших, поэтому нужно подходить и пробовать сразу самое-самое интересное. И они действительно очень интересные, особенно красные. Так что удачи всем производителям, всем импортерам и всем нам, пользователям. Фестиваль южноафриканских вин в Москве – это всегда праздник.
Очень надеемся, что вам тоже нравится этот фестиваль. И очень надеемся увидеть вас снова. Удачи, успехов и до новых встреч!